О главных новостях Украины и мира узнаете в подробностях. В студии Екатерина Лысенко. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Куда уехал депутат? Как в Раде отсутствовавших считали? И как, исходя из обстоятельств, повестку дня меняли? Нарасследовали на БУИСА, подчитались о результатах своей работы и рассказали, как им нелегко, что мешает. Заставить замолчать. В Черкасах прокурор судится с журналистом. Из-за чего и чем это может обернуться для медийщиков? Найти нардепов и удержать. Именно этим сегодня занимались в парламенте. Одна часть депутатов жаловалась на другую из-за коллективных вояжей. А между этим в Раде голосовали. И несмотря на полупустой зал, кое-что утвердили. Какой должна быть повестка дня, чтобы депутаты не ссорились? Об этом далее. Снова в парламенте два параллельных мира. Табло показывает 355 зарегистрированных депутатов. Зал пестрит пустыми креслами, а в кулуарах визовая арифметика. Нардепы подсчитывают, сколько коллег улетели на молитвенный завтрак в США. Хтось поїхав на сніданки, хтось на обіди, хтось на ланчі. І я також звертався до наших колег з тим, що їхнє робоче місце зараз тут, у парламенті. Коли влада звинувачує опозицію, там, що два чи три наших депутати поїхали на цей молитовний сніданок, а коаліція дає, так звана коаліція дає 150 голосів за законопроект замість 226, ну це дуже дивно, коли перекладають, знаєте, з здорової голови на хвору. Наша фракція не поїхала туди, ми працюємо в залі, але ми бачимо дійсно, що майже 60 депутатів, по нашій інформації, поїхали туди. Вважаємо, що головне будемо спитати сьогодні, чи оформлено в них відповідним чином відрядження і за який кошт вони туди поїхали. Що стосується працездатності парламенту, ми бачимо, що він не готовий до прийняття рішень, які, на наш погляд, є важливими для людей. Перш за все, це закон, який стосується допомоги переселенцям. Радикалам надоела пустота. Они устроили демарш. Ушли из зала совещаться и думать, что делать с дисциплиной в Раде. Більше 50 депутатів кинули роботу і полетіли в Америку на так звані молитовні сніданки. Вони десь там біля Ме і Жо зловили якогось конгресмена чи президента і з ним сфотографувались. Через це парламент не працює. Ми наполягаємо на тому, щоб список відсутніх на пленарному засіданні був опублікований, щоб було вилучено зарплату. Хоча, конечно, им до лампочки те зарплаты. Ну а у спикера другие задачи. Пришлось на ходу менять повестку дня, отложив на потом скандальные и спорные законопроекты и включив то, с чем согласен весь зал. Порубій шукає ті речі, за які сьогодні будуть голосувати вся сесійна зала. Бачачи, що є концентрація в залі, і, власне, ми вирішили з спікером парламенту на сьогоднішній день поставити максимальну кількість законів, які є однієї тематики. Тобто це нормальна стала практика, яка дає можливість комплексно і не виходячи з теми розглядати закони. Сьогодні, намагаючись спасти імідж Верховної Ради, голова Верховної Ради поставив в порядок денний соціальні питання. Це теж добре, оскільки у нас досить мало днів, коли ми приділяємо увагу соціальним питанням. Ці питання мають об'єднати зал. В итоге в Раді соціальний день. Нардепи проголосували за то, щоб предоставити право вийти на пенсію досрочно сім'ям погибших на Майдані героїв Небесної Сотні. Таке право отримають дружини, чоловіки, якщо вони не взяли повторний шлюб, діти, які стали інвалідами до досягнення повноліття, і батьки. Вони зможуть вийти на пенсію в 55 років чоловіки при страховому стажі 25 років і жінки в 50 років при страховому стажі 20 років. Кроме того, депутаты решили позаботиться о людях с инвалидностью, хоть и в первом чтении, но приняли закон, который усилит требования, вместе с тем и ответственность застройщиков к строительству зданий с пандусами. Пропонується збільшити відповідальність посадових осіб у разі вчинення адміністративного правопорушення, пов'язаного з недотриманням державних будівельних норм, стандартів і правил стосовно доступності для маломобільних груп населення шляхом позбавлення судом права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю. Пользуясь тим, що в залі є депутати, спікер також предложив проголосувати за то, на що вчора не хватило голосів. В итоге Рада ратифіцировала ряд документів, серед яких договор між Україною і Португалією о взаємній охороні інформації, соглашення з Таїландом о взаємопомощі по уголовним ділам, а також постановлення, в якому осуждається іспитання оружия масового пораження в КНДР. Це ті питання, які підтримали єдиногласно. Екатерина Лысенко, Елена Зорина, Владимир Самченко, Сергей Коваль. Подробности телеканал Интер.
Минус один нардеп от БПП Александр Третьяков готов покинуть коалицию. Об этом он сообщил на своей странице в Фейсбуке. По словам парламентария, коалиция не выполняет своих обещаний и работает неэффективно. Камнем преткновения стал законопроект о повышении пенсии и выплат участникам АТО. Соответствующий закон должен вступить в силу уже в конце февраля. Но, по словам Третьякова, профильный комитет до сих пор не принял ни одного необходимого документа. Медиахолдинг «Вести» снова наведались силовики. Работа СМИ блокируется с самого утра, а журналисты не могут попасть в свои кабинеты. Медийщики уже назвали действия правоохранителей давлением на свободу слова. Перекрыты входы и в торговый центр, где находится редакция медиахолдинга. Александр Васильченко разбирался в ситуации. В 6 утра силовики ворвались в редакцию медиахолдинга «Вести». Здание торгового центра, где находится компания, взяли в кольцо нацгвардейцы. По камерам внутреннего наблюдения видно, спецназовцы блокируют выходы, устраняют видеофиксацию, выламывают двери, копаются в личных вещах сотрудников. В одной из комнат находят алкоголь и забирают его с собой. В это время в редакции еще находились несколько работников. Декілька співробітників, які там знаходилися, вони були силоміць захоплені, заблоковані. Після того за декілька хвилин було прийнято рішення про видворення їх з території. Після цього двері зачинилися і більше ціла група людей, частина з них, я кажу, ми вже розпізнали, що вони не є, скоріш за все, співробітниками силових підрозділів. Вони не пускають нікого на територію. Работа медиахолдинга была сегодня частично прервана, заявили в руководстве компании. Информационный сайт все же продолжил работу, а вот радийщики в эфир так и не вышли. В редакцию никого не пустили. Я работе журналистов не препятствую. Ну, вы я меня не пропускаете на рабочее место. Я на статье 36, тимчасово обмежую доступ к данному помещению, так как там проводится. Ограничение доступа к этому помещению является недопуском меня на рабочее место, соответственно, препятствием моей трудовой деятельности. В нацагентстве по розыску и менеджменту активов заявили, это уже не первое вторжение силовиков в офис медиахолдинга, но обысков в торговом центре не было. Главная военная прокуратура и нацполиция проводят передачу помещений на трех этажах центра нацагентству. Соответствующее судебное решение вступило в силу еще в прошлом году в рамках уголовного дела против экс-министра доходов и сборов Александра Клименко. Но якобы компания «Юнисон», которая владеет арестованными площадями, препятствовала работе правоохранителей. Комунікація з власником приміщень стосовно виконання ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва вже триває понад 4 місяці. І протягом цих 4 місяців представники нацагентства, я наголошую, у краватках, а не у бронежилетах, намагались дійти спільної мови щодо передання приміщень в управління. После неудачных переговоров, утверждают в нацагентстве, решили действовать силовым путем, а на время судебных тяжб арестованные помещения передали на условиях конкурса в управление другой фирме. Медиахолдингу же предложили перезаключить контракт аренды, в противном случае покинуть помещение. На ситуацию вокруг медиахолдинга уже отреагировали на Национальном союзе журналистов. Там заявили, правоохранители незаконно блокируют работу медиа. Неприпустимі жодні силові дії щодо журналістів і щодо роботи засобів масової інформації. І якщо нам декларують прокурори, будь-які правоохоронці, що їх цікавить приміщення майну, то для приміщення для майна достатньо приходити в піджаках. І не треба жодні силові дії, не треба застосовувати силу, журналісти не повинні боятися. Народные депутаты от оппозиционного блока потребовали от правоохранителей не оказывать давление на свободу слова и разблокировать помещение медиахолдинга «Вести». На наш погляд, дії силовиків по відношенню до даного засобу масової інформації є прямим перешкоджанням журналістській діяльності і нічого спільного з законністю і боротьбою з злочинністю немає. Якщо сьогодні не зупинити переслідування, тиск, залякування журналістів і конкретних засобів масової інформації, то Україна може скотитися до авторитаризму, і тоді про свободу слова можна буде говорити лише пошепки. Уже вечером в бизнес-центре, где находится офис «Вестей», произошло задымление, сообщили в госслужбе по чрезвычайным ситуациям. В ведомстве подтвердили, был распылен газ. Всех людей из торгового центра эвакуировали.
А в нацагентстве сообщили, что неизвестный в масках с палками и помповыми ружьями угрожает представителям компании, которая получила недвижимость в управление. Александр Васильченко, Василий Миновщиков. Подробности телеканал Интер. Проблемы возникли и у черкасского журналиста, который писал разоблачительные статьи об одном из местных прокуроров. И тот, недолго думая, подал заявление в полицию, дескать, репортер обнародовал личную информацию. Уголовное производство открыли немедленно. Какие прокурорские секреты раскрыл журналист и что ему за это грозит, выясняли наши корреспонденты. Продается и Lexus за 125 тысяч гривень, 5 тысяч долларов. И на ее место купляет Toyota Sequoia 2008, яка за 170 тысяч гривен, 7 тысяч долларов. При реальной вартости, ну, минимум 30 тысяч долларов. Черкасский журналист Александр Беспрозванный рассказывает нам о заместителе начальника отдела облпрокуратуры Александре Кожушко. В своих декларациях скромный прокурор засветил роскошные машины, немало квартир и даже коллекцию золотых монет. Правда, после выхода материалов правоохранители заинтересовались не прокурором, а журналистом. Вся інформація про даного посадовця, вона була взята із відкритих джерел, це його декларації, реєстр судових рішень, ну, та ж сама його сторінка в соцмережі. Александру инкриминируют незаконное распространение конфиденциальной информации. Производство открыли еще 16 декабря, но сам Беспрозванный узнал об этом совершенно случайно, когда следователь решил выяснить, имеет ли он официальный статус журналиста. За это время его даже не вызвали на допрос. І дивує той факт, що саме провадження слідчий відкрив, оскільки, ну, як такого там, ну, складу злочину, в принципі, немає, він мав би відмовляти. При службі Нацполіції нам не захотіли даже підтверджати, зареєстровано ли у них это производство. Мол, нет разрешения следователя. Прокуратурі же були неблагословні. Проводиться комплекс необхідних слідчих дій. І, крім того, на виконанні у слідчого перебувають надані процесуальним керівником вказівки, які направлені на розкриття вказаного злочину. Мы надеялись встретить сотрудника прокуратуры Александра Кожушко возле работы. Но как только подошли к ведомству, к нам сразу же вышел охранник и потребовал аккредитацию. Связаться с прокурором нам не удалось даже по телефону. Уголовное производство правозащитник Александр Галкин назвал прецедентом. Он уверен, это больше походит на давление со стороны прокурора. Если беспідставно відкрите кримінальне провадження, беспідставно, це і може бути тиском на діяльність журналіста. Але воно повинно бути визнане. А визнає правоохоронні органи, суд. Йому також треба звертатися до національної поліції. І це висказувати, показувати, що на нього проводиться тиск. І суспільство повинно про це знати. Подозрение Александру пока не предъявлено. Максимальный срок по инкриминируемой статье – 3 года лишения свободы. Но ждать журналист не собирается и уже готовит встречное заявление. Станислав Кухарчук, Павел Тимошенко. Подробности телеканал Интер, Черкасы. Позовите Штайнмайера. Адвокаты Януковича хотят вызвать мировых политиков на допрос по делу о госизмене их подзащитного. В списке бывший еврокомиссар по иностранным делам Кэтрин Эштон, экс-министр иностранных дел Франции Лоран Фабиус, его немецкие и польские коллеги. Всего 103 фамилии. Это еврочиновники, сотрудники администрации Януковича и жители Крыма. Они, по мнению защиты, должны сообщить подробности переговоров власти и оппозиции в феврале 14-го и обстоятельства убийств на Майдане. Сейчас список предложенных свидетелей изучает сторона обвинения. Свое мнение прокуроры сообщат на следующем заседании 14 февраля. Сьогодні було подано клопотання про виклики допит в якості свідків представників Європейського Союзу. Це представники Польщі, Германії, Німеччини, які мають як політичний обов'язок, так і юридичний обов'язок виступити перед українським народом та повідомити, чому тоді і що завадило їм виконати гарантії, змусити опозицію реалізувати угоду, зберегти Крим в складі України. Ми ще проаналізуємо дане клопотання і зможемо повідомити, кого ми вважаємо, що це є свідок, а кого вважаємо не задовольняти щодо допиту і не витрачати зайвий час. Заявляють багатьох свідків, які
попередньо, на нашу думку, багато хто не є свідками. Новые подробности в деле о так называемых вышках Януковича, махинациях с буровыми установками, приобретенными компанией «Черноморнафтогаз», в результате которых украли 150 миллионов долларов. Напомню, суд отправил под домашний арест одну из подозреваемых по этому делу, владелицу Вернумбанка Наталью Игнатченко. Об организаторах, исполнителях и деталях схемы в нашем материале. Они должны были бурить украинский шельф, но вместо этого пробурили немалую дыру в бюджете. Вышки Януковича – две самоподъемные буровые установки, которые в 2011-2013 годах приобрела компания «Черноморнефтегаз». Тогда Украина заплатила за них 800 миллионов долларов. Однако оказалось, что цену существенно завысили. Из бюджета украли по нынешнему курсу 4 миллиарда гривен. В конце прошлого месяца правоохранители задержали одну из фигурантов аферы – владелицу Вернумбанка Наталью Игнатченко. По данным Генпрокуратуры, именно она занималась финансовым обеспечением сделок, которые проводили через фиктивные латвийские фирмы. Арбузов подозревается в том, что залучил власницу ВАД Вернумбанк Игнатченко Наталью Миколаевну. Из Латвии обеспечивала перерахование грошовых коштів по рахунках подконтрольных співучасникам компании, а также выдачи на территории Украины готівки визначеним особам, которые принимали участие в злочинной организации. Непосредственным автором преступной схемы был именно Янукович, уверяет генеральный прокурор. Арбузов занимался ее реализацией, а Игнатченко выступила казначеем. По словам бывшей журналистки, а ныне нардепа Татьяны Черновол, информацию о настоящих организаторах и исполнителях этой схемы ей удалось получить еще в 2012-м. Однако тогда правоохранители напрочь отказались расследовать это дело. Прокуратура подтвердила те факты, которые стали мне известны как журналисту-расследователю, еще в на початку 2012 року про те, що вишки Бойка насправді не коректна назва. Коректна назва – вишки Януковича. Правда восторжествувала, Генпрокуратура розслідувала справу і якраз знайшла слід того, що це саме були вишки Януковича. Також в цій кримінальній справі надзвичайно засвітився пан Арбузов, тому що він якраз займався виводом цих коштів з України. По данным правоохранителей, именно Наталья Игнатченко через свой банк помогла осуществить все операции и обналичить деньги, полученные от покупки установок. По словам генпрокурора, Янукович и Арбузов получили по 95 миллионов долларов. 15 миллионов долларов ушли латвийской компании Highway Investments Processing, занимавшейся переводом украденных средств в офшоры. Эти счета латвийские правоохранители арестовали еще в конце 2012 года. Информацию об этих операциях и номерах счетов удалось изъять из компьютера также задержанного помощника Игнатченко Антона Фролова. Несмотря на тяжесть обвинений, на прошлой неделе Печерский суд столицы отправил банкиршу лишь под ночной домашний арест. На суде она заявила, не виновата, бюджет не бурила. Каким чином я причастна до цієї вашої справи? Бо ви говорите, що майно скільки коштує? Так воно придбано в 90-х років до 2010 року. Ваша справа там починається набагато пізніше. Ну вот, по данным журналистов, кассир Арбузова последние годы активно скупала имущество. Дом в селе Романков под Киевом площадью в 1000 квадратов, еще один дом площадью в 500 квадратов, несколько квартир в элитных районах столицы и 13 автомобилей. Об успешной бизнесвумен неоднократно писали известные издания. В 2012-м, как раз после покупки первой буровой установки, ее доходы оценили более чем в 100 миллионов долларов. Происхождение этих средств теперь детально изучат правоохранители. В ГПУ уже готовят апелляцию на решение суда, требуя взять банкира под стражу. По делу также объявлен в розыск Сергей Арбузов и бывший глава «Черноморнефтегаза» Валерий Ясюк. А вот еще один фигурант дела, бывший замглавы «Нафтогаза» Евгений Корничук, на днях сам сдался правоохранителям. В ближайшее время в ГПУ обещают объявить новые подозрения в этом громком деле. Оксана Григорьева, Леонид Аборин, подробности, телеканал «Интер». Таких, как Игнатченко, мог бы судить антикоррупционный суд. Но вот по мнению главы антикоррупционной прокуратуры, до конца этого года он не заработает. Даже если соответствующий закон примут, избрание судей займет много времени. Но подобная структура нужна стране не сегодня, а вчера. Цей суд потрібен. И, власне, знаючи украинские реалии, я боюсь, что цей суд не зможе запрацювати у цьому 2018 році. На жаль, я бачу це по конкурсній системі. Конкурси в антикорупційний суд, вони повинні мати бути, напевно, що будуть більш складнішими, ніж в антикорупційну прокуратуру, наприклад. І де за наслідками вже третього етапу конкурсів ми з 300 чоловік лише обрали 4 прокуратуру. Уявіть, яка буде ситуація з обранням суддів. Це все час.
час якого в нас немає. Содействовать голосованию за создание антикоррупционного суда пообещал сегодня премьер. Закончить все необходимые процедуры Верховная Рада может уже до конца марта. Об этом заявил Владимир Гройсман во Львове, где пообщался с бизнесменами, посетил Украинский католический университет и осмотрел перинатальный центр. Галина Якушко обо всем подробнее. Львовский областной перинатальный центр. На стенах свежая штукатурка, на полу новый линолеум. Ремонт здесь начали еще в 2013-м. Потратили 140 миллионов гривен, часть из госказны. Откроется центр этой весной. То це дасть змогу, як мінімум, на 30% збільшити кількість виживаючих дітей, які народжуються, скажімо, передчасно або які народжуються з певними вадами. Тому що тут є повністю забезпечена служба неонатологів, які будуть мати відповідне обладнання для того, щоб рятувати дитині життя. Оборудование для перинатального центра еще в пути. Прем'єр обіцяє помочь деньгами. По всій країні ми сьогодні будуємо кардіоцентри, добудовуємо перинатальні центри, допомагаємо добудувати клінічні лікарні, тобто та інфраструктура, яка буде допомагати людям. Те, що я побачив сьогодні і в різних регіонах, ми почали створювати нові заклади з новими стандартами. Работает правительство и над тем, чтобы как можно быстрее ввести монетизацию субсидий, когда льготы заменят денежными компенсациями. По словам Гройсмана, крупные компании, предоставляющие населению коммунальные услуги, уже начали работать по такой схеме. А вот обычным гражданам придется подождать. На це, навіть по оцінкам наших міжнародних партнерів, треба більший період часу, ніж один рік, щоб запровадити монетизацію. Але ми розпочали цю роботу і будемо її робити ефективно. Со львовскими предпринимателями премьер обсудил проблемы ведения бизнеса. Встречу устроил в одной из крупных IT-компаний. Там же, в присутствии Гройсмана, подписали кредитный договор с Европейским банком реконструкции и развития. Он предусматривает 24 миллиона евро на развитие солнечных электростанций. Україна запланувала збільшення частки відновлених джерел в загальному балансі. Це наш третій спільний проект з Європейським банком реконструкції і розвитку. І, надіюсь, не останній. Премьер также призвал НКРА пересмотреть так называемый РАП-тариф для облэнерго. Для предприятий, которые занимаются модернизацией, он должен быть ниже, чем для тех, кто не обновляет свое оборудование. Галина Якушко, Юрий Голубинко. Подробности, телеканал Интер, Львов. Это подробности. Вот о чем мы расскажем во второй части программы. Америка о нас подумала. В США приняли закон, чтобы защитить Украину от хакерских атак. Как он будет работать? Обязательно к прочтению. После череды сексуальных скандалов в Британии разработали кодекс поведения депутатов. Что и с кем теперь можно? Трехлетнюю Софийку из Красногоровки прооперировали в Днепре. Это девочка, которая получила тяжелое ранение в результате взрыва 6 февраля. Всего тогда пострадали трое детей. Двое сейчас в больницах Донецкой области, а вот самую сложную пациентку пришлось перевести в Днепр. Как она себя чувствует и что же взорвалось, расскажет Елена Миндалюк. Софийка со вчерашнего дня в Днепропетровской областной детской больнице. Из троих пострадавших детей у нее травмы самые сложные. Осколками девочки посекло живот, зацепило печень и кишечник. Она потеряла много крови. Первые операции сделали в больнице Курахова, но состояние ухудшилось. В Днепре после обследования девочку сразу отвезли в операционную. У нее начался перитонит. Перитонит, ну, это воспаление брюшной полости. В результате попадания туда и крови, и кишечного содержимого. В операционной произведена ревизия органов и, в общем-то, провели коррекцию всего на современный шовный материал. Возле реанимации дежурит мама Софийки. Светлана после операции еще не видела дочку. Медики говорят, девочка уже чувствует себя лучше, дышит самостоятельно. Все жизненные показатели в норме. Женщина рассказывает, во вторник вечером ее дочери, трехлетняя Софийка и 15-летняя Карина пошли в гости к друзьям. Играли. Внезапно в руках соседского мальчика что-то сдетонировало. Они даже не видели, что у него в руках было. Он сидел на кресле, они стояли возле холодильника, наливали себе чай. София возле него была, он что-то ей показывал. Вот видно, так оно и произошло. В полиции рассказали, в руках 9-летнего Саши взорвался электронный детонатор. Меняется он в основном в машинах. Давление угля, твердый порожденный, используется как самостоятельный запал, то есть другое вещество, он не использует. Он не игрался, колупался, там, говорит, есть дырочка в нем, ну, как бы в этом. И он хотел из него сделать свистульку.
сути, ребенок даже не знал, что это. Где мальчик нашел детонатор, пока неизвестно. Впрочем, рассказывает мама Софийки, в Красногоровке опасность буквально на каждом шагу. Боеприпасы и пули валяются повсюду. Марьинку постоянно бомбят. Марьинка от нас 3 километра, 4 километра. Марьинка постоянно. У нас окраины, восточка, там вся разбитая. Патроны лежали пустые, но мы их никогда не поднимали. Там ногой откинули, там на обочину и все. Саша, который держал в руках детонатор, сейчас в больнице Лимана. В результате взрыва мальчику оторвало пальцы, повреждены также внутренние органы. Его прооперировали. Состояние еще одной пострадавшей девочки средней тяжести. Елена Менделюк, Евгений Кодинцов. Подробности телеканал Интер. Днепр. Украинских военных обстреляли с территории России. Как сообщила Госпогранслужба, это произошло около полудня на границе в Луганской области. Полили с территории российского поселка Ушаковка. Обошлось без пострадавших. А вот в зоне АТО один раненый. С начала суток боевики вели огонь по украинским армейцам уже 4 раза. На позициях в районе Светлодарской дуги побывал наш военкор Игорь Левинок. Поселок Луганская, Светлодарская дуга. К передовым позициям наших солдат едем на БМП. По бездорожью, но с ветерком. Скорость в этой местности сохраняет жизнь. Накануне с 6 вечера и до полуночи оккупанты били по украинским позициям из всего арсенала. Территория вокруг усеяна свежими воронками. Приход, скорее всего, ствольная рта. К счастью, потерь среди наших бойцов нет. Во время артобстрела солдаты находились в укрытии под землей на 3-метровой глубине. Солдаты обустроили для себя целый подземный городок. В виде лабиринтов здесь есть ответвления, здесь есть оружейки, комнаты и даже подземный душ. Все продумано. Тут выход до бойницы, в случае чего. Тут выход до... там душевая у нас есть летняя. С утра здесь относительное затишье. Украинские солдаты рассматривают вражеские позиции. До них рукой подать. Половина лесу нашего, половина лесу ихнего. Если вас камера хорошо приближает, он стоит у них прапор на углу леса. Наши бойцы говорят, у противника на днях была ротация. Теперь на той стороне видят в основном молодежь. Они собрали так звані партизанские отряды. Загоняют... В приказном порядке людей на позиции, кто берет зброю, тот будет воином. Кто боится брать зброю, копают окопы, блиндажи. Идем на соседнюю позицию. Ночью здесь тоже было жарко. Нашим пришлось умерить пыл оккупантов. Мы немножко бодали с противником. Скажем так, немножко это было мягко сказано. Противник вел в течение 1,5 часа плотный огонь по нашим позициям. Языком военным наши всунули им по самые не балуй. На открытой местности украинские солдаты стараются находиться как можно меньше. Вражеские смертоносные сюрпризы сюда прилетают часто. Опа. Враг начал пристреливаться. Армейцы попросили журналистов покинуть передовую. Игорь Левинок, Вадим Ревун, Руслан Терентьев, телеканал Интер. О ситуации на Донбассе говорил сегодня в Австрии президент Украины. В Вене Петр Порошенко провел ряд встреч с руководством страны. С австрийским президентом Александром ван дер Белленом и канцлером Себастьяном Курцем глава государства обсуждал европейское будущее Украины, экономическую поддержку и пути разрешения конфликта на Донбассе. Я знаю, что Украина также председательствовала в ОБСЕ в прошлом году и делает все, чтобы установить мир на востоке страны и свести к минимуму страдания гражданского населения. Мне очень хотелось бы, чтобы ситуация улучшилась и мы могли говорить о дальнейшем развитии страны. Обязательно нужно соблюдать Минские соглашения, потому что ситуация с гражданским населением на тех территориях невыносима. Желаем, чтобы мир на территории Украины был установлен как можно скорее. Значная часть нашей разговора была посвящена ситуации на сходе нашей державы, где есть российская агрессия против Украины. Я очень благодарен Австрии за поддержку Украины в Европейском Союзе. Дуже окремо хотів наголосити на важливості, ми це обговорювали під час наших зустрічей, і підтримку політику санкцій по відношенню до Російської Федерації, аж до повної імплементації Мінських угод.
Первый случай смерти от кори в Закарпатье. Умерла 5-летняя девочка. Ребенка госпитализировали 19 января на 5-й день после появления симптомов. Высокая температура и характерной сыпи. Медики говорят, она поступила в больницу уже в крайне тяжелом состоянии. Для консультации даже вызывали врачей из Киева, но усилия медиков оказались тщетным. Спасти ребенка не удалось. КІР лабораторно підтверджений методом імуноферментного аналізу. Не дивлячись на всю, проводимо інтенсивну терапію. 5 лютого ввечері дитина померла. За інформацією територіального органу охорони здоров'я, дитина не була щеплена в зв'язку з категоричною відмовою батьків за релігійними переконаннями. Всего с начала года в Закарпатье зафиксировано свыше 700 случаев заболевания корью. Более 1500 из них – это дети и подростки. 70% заболевших не были привиты. Псевдореабилитационные центры, где силой удерживали пациентов, выявили сегодня в Харькове и Одессе. До этого в Днепре, Николаеве и Запорожье. Как лечили и в каких условиях содержали людей за высокими заборами, видели наши корреспонденты. Так называемый реабилитационный центр располагался в двухэтажном частном доме. Высокий забор, на окнах решетки. Здесь удерживали 31 человека. Мужчины и женщины жили все вместе, под круглосуточным присмотром охранника. Кого-то сюда приводили родные, кого-то просто хватали на улице. У них забирали телефони, документи і не випускали з цього будинку. Люди, які знаходилися у центрі, говорять, що їм постійно їм давали якісь пігулки, їх змушували їх пити. Во время обысков правоохранители нашли лекарства без упаковок и маркировки. А еще деньги в пачках с фамилиями постояльцев, их документы и списки. Некоторые находились здесь с 2016 года. Списки всех пребывающих здесь. Условия содержания ужасными назвать нельзя, но места катастрофически не хватало. Кількість місця, виділеного на одну людину, у цьому будинку було менше, ніж передбачено у слідчому ізоляторі. Десь близько там по 10 чоловік було в одній кімнаті. Дом, де удерживали алка і наркозависимих, орендувала організація «Благодійний фонд». Її основателі – дві жінки. Ні селити у себе людей, ні предоставляти медицинські услуги вони не мали права. Цей случай вже не перший. В Дніпрі подобний центр спецподразділення поліції брало штурмом. Бей вниз у ту дверь, отойди, у ту дверь бей вниз. Бей внизу. Вот. Полиция, лягли на пол, руки за голову. Работали по той же схеме. С родных брали по 5-7 тысяч гривен в месяц, людей накачивали транквилизаторами, заставляли молиться и работать. Уклонявшихся жестоко наказывали. Люди вскрывали вены себе, там, чтобы их хотя бы вывезли в больницу и по дороге как-то убежать там хотели. В Одессе подобный центр занимал сразу 4 частных дома. В жестких условиях там незаконно утримывалось 80 чоловік, яких нібито лікували від наркоманії у примусовому порядку. По троє суток я в терапевтичних їхніх методах, я стою троє суток, не присідаю. Не тільки тут з того, я присідав і то на 10-5 минут, якщо я посмотрю в окно, це наказуємо. Організатори Одеського центру задержані. Із такого ж заведення в Запорожжі освободили 100 алко- і наркозависимих. На тілах були сліди побоїв. Світлана Шикіра, Андрій Анастасов, подробності, телеканал «Інтер». Кибераресты и кибербезопасность. В американском конгрессе приняли законопроект, который призван защитить Украину от хакерских атак. По иронии судьбы, в этот же день накрыли крупнейшую группировку кибермошенников, которую создал и возглавлял украинец. Дмитрий Анопченко с подробностями. Законопроект о кибербезопасности Украины приняла Палата представителей. Причем подавляющим большинством голосов. 404 за и только трое против. Прежде чем закон вступит в силу, за него должны еще проголосовать в Сенате и подписать президент Трамп. Но первый важный шаг сделан. Документ предполагает поддержку Украины в защите критически важной инфраструктуры страны. В первую очередь объектов энергетики. А еще защиту компьютерных сетей госорганизаций, чтобы утечки государственных секретов не было. Ответственность за эту помощь конгрессмены возложили на Госдепартамент Соединенных Штатов. Ему поручено снизить зависимость Украины от российского софта, в котором могут быть черные дыры для хакеров, и в целом повысить кибервозможности страны. Четкого плана действий в законе пока нет. Его Госдеп как раз и должен разработать.
Практически одновременно с голосованием в Конгрессе Министерство юстиции Соединенных Штатов сделало громкое заявление. Мол, накрыли международную банду хакеров, которую украинец основал. Аресты прошли одновременно по всему миру, в том числе в Соединенных Штатах, Великобритании, Австралии, Косово и даже в Албании. По данным американских следователей, сеть, названная Infrod, существовала долгие 16 лет. Начиналась она как форум, где продавали ворованные данные, а со временем стала преступной организацией со своими жесткими правилами. Участники группы не знали друг друга, только клички. А в центре паутины был украинец Святослав Бондаренко. В Штатах считают, что хакеры смогли получить доступ к почти 4,5 миллионам банковских счетов и кредитных карточек. Изготавливали фальшивые документы, отмывали деньги, занимались мошенничеством. Убытки оценивают в полмиллиарда долларов. Сеть напоминала финансовую пирамиду, во главе которой стояли суперадмины, а на нижних уровнях к покупке и продаже номеров краденных кредиток были причастны порядка 10 тысяч пользователей. Что интересно, по данным следствия, украинец, который основал Infrod, 2 года назад бесследно исчез, практически растворился. В прокуратуре считают, что просто к тому моменту он заработал столько, что решил отойти от дел и залечь на дно. Но искать его будут все равно и внесут сейчас в список наиболее разыскиваемых хакеров мира. Из Соединенных Штатов Дмитрий Анопченко, Юрий Романюк, Американское бюро телеканала «Интер». В этот же день информагентства обнародовали еще одну криминальную новость, где фигурирует украинец. В штате Огайо обнаружили целый арсенал оружия. 116 стволов, револьверы, пистолеты, ружья и глушители. Все новое и готовое к использованию. В полиции подробностям объяснили, сначала 30-летнего Алексея Гибсона задержали в центре города, в его машине изъяли наркотики, 30 тысяч долларов из десяток стволов. А когда нагрянули к нему домой, нашли остальное оружие. Гибсон сейчас в тюрьме, а силовики выясняют, как задержанный планировал использовать свой арсенал. Море оружия, просто огромное количество, больше, чем многие наши офицеры за всю жизнь видели. Даже я за 28 лет службы такого не припомню. У нас нет пока данных, которые бы свидетельствовали о подготовке к теракту. Но должен сказать, что расследование продолжается. Оно только на первоначальном этапе. Будем выяснять. А вот британских депутатов отправят на уроки сексуального поведения. Опрос сотрудников показал, что каждый пятый подвергался домогательствам или же был их свидетелем. Как планируют с этим бороться, выясняла наш британский субкор Светлана Чернецкая. Новый кодекс поведения для британских депутатов. Теперь им придется следить за каждым словом в адрес подчиненных и коллег. Причина ужесточения правил – сексуальные скандалы с участием высокопоставленных политиков. В конце прошлого года правительство лишилось 2 министров из-за обвинений в домогательствах. Со своих постов уволились глава оборонного ведомства и заместитель премьера. Так что остальным решили рассказать, какие действия и слова недопустимы на рабочем месте. Новые правила будут касаться всех, у кого есть пропуск в это здание. Это не только члены парламента, но и подрядчики, журналисты, помощники депутатов и даже посетители. Также мы хотим сделать обязательными уроки по предотвращению сексуального насилия, неосознанной предвзятости и по набору персонала. Бороться в парламенте будут не только с домогательствами, но и с запугиванием и злоупотреблениями положением. Каждый желающий сможет подать жалобу в независимую комиссию. По результатам расследования обидчика либо обяжут извиниться в письменном виде и отправят на курсы поведения, либо в более серьезных случаях отстранят и принудят уволиться. Согласно нынешнему законодательству, депутатов очень сложно лишить мандата. Но в случае, если уличенный в злоупотреблении не захочет уходить по-хорошему, его имя раскроют прессе и предадут всеобщему осуждению. По данным последнего опроса, около 20% сотрудников парламента подвергались сексуальному насилию, либо же становились свидетелями подобных случаев. А почти 40% пострадали от запугивания или других видов преследования. Теперь дело за самими законодателями. Голосование за новый кодекс поведения состоится уже через несколько недель. Светлана Чернецкая, Сергей Дубинин. Подробности. Британское бюро телеканала «Интер». За развитием событий следите на нашем сайте подробности.ua, а завтра не пропустите итоговую программу «Подробности недели» с Алексеем Лихманом. Я желаю вам хорошего вечера и до встречи.